Алексей Козлов представляет. Сейчас мы начнем с вами смотреть серию телепрограмм, которые были записаны осенью 1987 года. Одна независимая телевизионная компания решила устроить в Москве мини-фестиваль джаза с приглашением некоторых иностранных гостей. Главной отличительной особенностью этого мероприятия было то, что пароход с гостями должен был отойти поздно вечером от речного вокзала и пойти вдоль канала Москва-Волга. Затем, дойдя до определенной точки, остановиться там, постоять некоторое время, после чего вернуться обратно уже рано утром следующего дня. Вот такое было расписание. Я думаю, что для многих любителей советского джаза будет приятно узнать на этих видеокадрах лица людей, которые давно уже эмигрировали в другие страны и вряд ли когда-нибудь возвратятся на родину. А некоторых из них мы вообще больше никогда и не увидим, поскольку они уже ушли из жизни. И еще хотелось бы добавить, что все, что происходило на этом пароходе, было настоящим джем-сешеном. Ведь многие из участников этого концерта до этого момента друг с другом никогда не играли. А теперь давайте посмотрим одну из композиций, которая исполнялась на том концерте. Это известная боссанова Антонио Карлос Джобима, которая называется «Помни меня». Thank you.